Всем привет! Вот так начинается мое утро. Правда, мое утро началось еще раньше. Сейчас у нас 10. В 11 примерно где-то мне на промывание миндалин. Вот. И что значит я тут делаю? Короче, у меня же свечи в шкатулках будут. Одну шкатулку запорола. Там, короче, вылезли камешки. С одной стороны пришлось, короче, заклеивать поталью. Ну, мне кажется, вряд ли что-то в магазине мне там скажут. Короче, нарезала фитили и нарезала так, чтобы, короче, шкатулка закрывалась. В розовой, в мятной и в белой будут свечи. Вот, сейчас приклею фитили, я их уже подготовила, будет двойной фитиль. Специально так делаю, короче, чтобы они такие прям конкретно трескучие были, классные. Вот, и... Что еще? Потом уборка мне предстоит, конечно же, досушиваются крышки. Короче, пока я буду у Лора, досушиваться будут эти крышечки мои. А, собственно, здесь вот лист монстеры. И веер, как я его называю. Короче, такие подставочки. Перламутр. Один хамелеончик розовым отблекивает. Вот даже... Ой, боже мой. Даже видно, что он типа отличается от вот этого. Это просто лакированная штука, а это прям такая, как ракушка, перламутр просто. А здесь хамелеон. Он, ну, блин, на камере даже не видно. Ну, короче, не суть. Две подставки, три ракушки и будет три шкатулки. Крышка, короче, будет досыхать, потому что пипец. Потом вот этот пипец весь мне нужно убрать. И сейчас еще вынесу мусор, потому что сегодня мусорка. Вот, и... будет еще одна шкатулочка у меня. Даже не одна, а три получается, по-моему. Короче, нормально так отколировались, все супер. Ну вот, сейчас приклею фитили, собственно, и залью свечи. Пока все будет застывать, я пойду промою миндалины, вернусь, украшу гипсофилой. Там это быстро. Заберу все, соберу и на выход. И с 2 до 4 Гема привезет мне гипс. Приедет 13 мешков гипса. Это 195 килограмм. Пипец. Ну, у меня снова тут, короче, все в процессе. О, и крышка не высохла. Я уже, блин, последнюю заливаю эту шкатулку, короче, свечу. И не высохла крышка. Блин, и не знаю, я, наверное, останусь дома сейчас. И схожу попозже немножко, вот буквально на полчаса попозже в поликлинику, дам просохнуть этой крышке, покрою лаком и выйду. Вот, и над губой прыщик, короче, выдавила, называется, и в итоге сейчас вид, как будто у меня герпес. Обалдеть. Хотя это, блин, была просто тупо болячка, которую я разодрала. Молодец. Сейчас буду ходить снова замазывать это все. В итоге вот так это все выглядит красиво. Но я только что ее там трогала, поэтому она такая красная. Ну, в итоге... Меня ждет уборка, и сейчас что-то Крамалёля написала, прямо сейчас. Наверное, свечи снова надо, ё-моё. Если надо, то все, это уже в понедельник только, потому что у меня емкости вообще просто нет. В итоге мы собирались завтра ехать в Дубно, вишню рвать на 9:26, но эта поездка переносится на 12:30. Короче, написала Крамалёля, все, свечки заканчиваются. Зашибись. Короче, утром я несу, значит, свечи, а потом в обед мы едем. И на 17:31 есть поезд назад, поэтому, думаю, 3 часа, думаю, хватит ведро нарвать в 4 руки. Там, блин, может, там, не знаю, мать поможет, то в 6 рук. Ну, блин, даже если в 4, фиг с ним. Ну, короче, иначе я не знаю. Блин, без свечей это никак, потому что... Там такая сумма постоянно, бляха, крутится, что, ну, их очень хорошо разбирают, и практически на одних свечах в последнее время, ну, заработок такой хороший, конкретный, поэтому я не переживу утро завтрашнее, если в наличии не будет свечей, поэтому все, приду, сейчас буду баночки, скляночки отливать, сушить, все это сделаю, либо вечером, либо с утра, и утром затащу, а, собственно... Поедем в 12:30. Ладно. Вот, свечи, короче, застывают. Сейчас я подожду. Ну, прям, чтобы конкретно схватились. И, собственно, буду собираться и выходить уже. Пойду в поликлинику. И сейчас очень надеюсь, что эта крышка все-таки досохла. Блин, какой кайф. Вы только посмотрите на эти свечи. Они еще не застыли. Врубила вентилятор. Короче, это шикарно. Сейчас они будут белые. Когда? Они будут еще лучше. Я сама в шоке. Шо я творю? Пипец.
Я сама от себя не ожидала. Сидишь и так с кустиком вот этим вот, да, и что-то там делаешь, а по итогу потом вау. Вот. Сейчас, короче, их в прохладное место занесу. У нас в комнате прохладнее. Сейчас они быстренько... И, короче, по дороге будут застывать, блин. А что делать? Можно еще в холодильник поместить. Как угодно. Но созревать уже будут на полках магазина. Я, короче, успела. Крышку эту покрыла лаком. Все прекрасно, все шикарно, все супер. Декор мягкий, он не мешает, в принципе, как бы ничему. Поэтому все прекрасно. Все. Свечи застыли. Короче, в магазине пофоткаю. Блин. Значит, что? Хотела вызвать таксу. Потом думаю, нафиг надо. 2 рубля платить за 3 шага. В итоге сейчас бегом и подбегом. Короче, до 12 я еще успеваю. Ну и все. Можно на такси не ехать. Все, это был последний раз. И отпустили на полгода. Все, сейчас на остановку тут рядышком. Буквально дорогу перейти. И отдам в магазин. Сейчас показывала тоже врачу это творение. Блин, говорит, как классно. Вот так вот. Сказала, короче, пробовала она свечечку. Говорит, блин, как у камина сидишь. А говорит, так классно трещит. Говорит, аромат, говорит, пахнет просто этот на весь дом. Ну, так и я что же говорю. Я ж не просто так, ля-ля-ля. Вчера, короче, этот... заказала фитили 100 штук. У того продавца, у которого я брала, не было в наличии именно того диаметра, что мне надо. И вообще, в принципе, таких фитилей. И сказал, фиг знает, когда будут. Но были такие же, но с держателями. А с держателями это просто в 2 раза дороже. Ну и что вы думаете? О, блин, побежали. И что вы думаете? Я как-то лазила на Wildberries. И чисто случайно, смотрю, написано в наличии. Я заказала, успела заказать, и потом обновила страницу, написано, нет в наличии. В итоге 100 фитилей придет за 21 рубль. Вот прикиньте, а мне один фитиль, это 4 свечки. Блин, сегодня просто лучший день. Я успела все, и даже больше. Хотя еще только 12 часов, и едет троллейбус. Обычно стоишь тут, ждешь, фиг знает сколько. А он едет, красота. Так что буквально вот 1,5 минутки, я буду на следующей остановке. Занесу. Я уже просто хочу посмотреть эмоции этих людей, ну, продавцов, что они скажут, блин, на эту красоту я аж не могу, я сейчас открывала, когда в поликлинике смотрю вообще. Они, ну, как бы белые стали, такие шикарные. Сейчас зайду, гляну булочку. Капец, народа дофигища, просто везде. Ой, тут гипс, он стоит. Короче, медвежат надо, надо ракушечки малюсенькие, вот эти вот самые. И что еще? Ну и свечи, собственно. Короче, медвежата ушли чуть ли не в первый день, говорит. Иду сейчас во второй, сейчас час дня. Иду во второй магазин отдам и поеду домой. Еще надо в 3 цены зайти, свечи посмотреть. Короче, наверное, буду покупать, скорее всего, свечи. Эти, которые парафиновые, типа. И... просто, наверное, вставлять в эти подсвечники, чтобы они повеселее, короче, были. Все, сходила в магазин, купила свекрови, масло и себе домой. Ну и продуктов там немножко. Все, и направляюсь домой. Без 5:02 сейчас. С 2 до 4, короче, гипс приедет. Останется только заготовок на отливать. Ну и все, пока на магазины заказов нет. Так, я уже дома. Сейчас начну этот бордель свой убирать. Ой, господи. Сейчас быстренько покажу, что купила. И через 20 минут приедет Гемма. Доставка. Сказали, во двор нормально загонят бус и все. Поэтому все прекрасно. Значит, чебуреки взяла. На вечер, на утро 6 бутылок масла, 4 свекрови и 2 штуки нам. Потом я еще нам докуплю. Как-нибудь. Да, по 2,99. Вот прикиньте. А у них там, блин, тоже цены приличные. По 5, по 4,5. То, короче, это завезу. На первое время хватит, короче. Много масла. 2 вот таких вот йогурта с манго.
два йогурта, земляника, по-моему, с клубникой, не помню. Так, и две вот такие вот штучки-дрючки с орехами. Что-то типа сникерса, только дешевый вариант. Вот, 99 копеек. Вот. Все, я сейчас это все разгребу, уберу. Вот, и не знаю, наверное, я буду эти мешки, короче, домой волочь, потому что если пойдет дождь, это будет пипец. Ну, либо посмотрю, либо часть занесу, часть накрою просто. Вы только посмотрите на человека, который сейчас 195 килограмм прикатил под дом. Короче, все фигня. Сейчас буду переодеваться, я вся, блин, в этом гипсе. Три мешка, значит... А, попросила, короче, задом заехали во двор. Три мешка занесла под лестницу. Ну, в смысле, около лестницы положила. А все остальное на металлическом погрузчике, короче, все 150 килограмм, остальные прикатила сюда, выставила штабельком. И краска еще была литровая. Штабелечком так, короче, там перед ступеньками все это сложила в кучку. Потом подняла все на лестницу, а потом уже с лестницы заволокла это все домой. У нас погода, фиг поймешь, непонятно. То солнце светит, то не солнце. Ну, то, блин, пасмурно. И в итоге, я не знаю, до полшестого долежал бы этот гипс или нет, короче. Я в шоке просто, блин, сама себя. И этот, ну и думаю, чтобы он там не лежал, потому что, прикиньте, если будет дождь, да, с какой скоростью мне придется волокать эти мешки, блин, чтобы они не намокли. Вот, ну, либо накрывать, но у меня, не знаю, клеенки никакой тут нету под руками, поэтому без понятия. Фиг с ним. Занесла я, короче, все домой. Дома трешак. И сейчас я буду убирать еще вот это вот творение утреннее и буду параллельно заливать шары. Как это звучит, блин? Вот, короче, надо шарики поделать. Шарики, лотосы и ракушки. Это самое первое, что разошлось. И остались два цилиндра и квадратная штучка-дрючка. Ну, короче, с этой гипсофилой будут свечи повеселее, потому что смотрю, что-то розочки эти как-то тусклые, все на полке тускло. И мне кажется, за счет того, что мои будут очень сейчас яркие свечи, то мне кажется, еще быстрее пойдут. Короче, в принципе, я говорю, сколько мне нести? 15, 20? Короче, пофиг, сказала, можешь и 20 приносить. Ну, самое главное сейчас наотливать. Отолью 15, занесу 15. Нет, значит, занесу побольше. Фиг его знает. Вот. И, кстати, что-то меня, когда я сейчас несла шкатулки вот эти, что-то меня немного смутила крышка в салатовой шкатулочке. Там она как бы, ну, начала так залипать. Я вот боюсь, чтобы лак не отодрался. Если отдерется лак, надо будет переделывать крышку. Но у меня крышка такая же есть, но... Не знаю, наверное, блин, напишу, чтобы посмотрели там за ней. Может, она где-нибудь, блин, сыровата была, фиг его знает. Что-то я так сомневаюсь. Ну, по крайней мере, сейчас ничего не говорят, но... Но... Фиг его знает. Ой, и, короче, завтра все равно там буду, если что, им просто занесла бы, поменяла бы эту крышечку, либо просто взяла бы немного лака и пошла бы там подкрасила, потому что, ну, в каком-то месте там, короче, оно слиплось, и такое чувство, будто скоро-скоро отдерется. Либо мне показалось, либо что, ну, как-то я так мельком глянула, и не знаю, блин, может, мне показалось, реально, фиг его назад, не знаю, потому что так бы уже сообщили бы, а это никто, ничего, в итоге странно, вот, так что... Так что вот, но эту крышечку все равно сушу, и если что, просто зайду завтра, может, сама еще гляну. Ну вот, в итоге вот так это все выглядит. Кошмар. Два мешка и все остальные вот здесь. Я их накрываю, потому что дверями это все цок-цок и ударяется, потому что мы делаем вот так. Сейчас покажу, как мы делаем. Просто она, блин, иногда закрывается, я потом синяки себе на руках набиваю. Это Денис вот такую систему, короче, придумал. Вот так вот. Красота. Так, сейчас я это все, короче, буду убирать. Вот, и пойду вымету этот гипс, который там понасыпала. Залила, значит, трех мишек. Вот эту вот маленькую ракушечку. Шар и лотос. И, короче, занимаюсь тут параллельно уборкой. И так как мне разрешили в магазин колерованное, поэтому вот, в принципе, насобирала. Тут немножко мрамора есть интересного. Собственно, лотос вообще балдежнейшего цвета. Просто такого прям серо-фиолетового. Вот. Короче, вот эти вот. Вообще планирую штук 20.
но посмотрю, как будет. Если, допустим, будет мне еще выбрать, то тогда 15 понесу. Вот эти тоже предложу. Тут они уже побольше. На рубль стоимость подниму. Вот, захотят, возьмут. Нет, значит нет, фиг с ним. Вот, поэтому сначала надо с этими разгребаться. Смотрите, сколько у меня душек уже. Обалдеть просто. Так, упаковала, значит, посылку. У меня купили форму вот этой вот девочки. Вот, с этим всем я еще пока не разгребалась, не разбиралась. Попозже. Я отдыхаю. Потом буду это все шлифовать. Все, покрыла все банки лаком. И еще плюс вот эти вот руки добавила, потому что там, смотрю по фотографии, стоят бетонные, они мои. И эти лаком покрыты. Еще медвежат останется. 5 штук лаком покрыть. И 2 вот такие вот лакированные еще ракушечки будут. Короче, в общей сложности их будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штучек. Вот. Ну и крышку для шкатулки той, что я говорила, поднесу. Не знаю, если подойдет, то подойдет. Если нет, то ту лаком просто замажу, дамажу. Блин, ну факт, что мне ничего не звонили, не говорили. Может, с ней реально все нормально. Может, я себе там что надумала. Но я все равно загляну завтра к ним с этой крышкой. Потому что крышка как раз из той партии.